Всем приветствую, дорогие зрители. С вами Игорь. Сегодня будем играть в Кубу. Многие в эту игру, наверное, уже играли. Давайте зайдем в команды, будем играть. Ну, примерно 3 игры проведем, да и хватит уж, в принципе. Так. Зайдем в синюю команду. Да. Здесь вот такая вот оружка, я здесь уже играю. Давай посмотрим, где нас куда-нибудь. Ну, я в этой карте разбираюсь. До крыши запрыгнуть и занять позицию. Блин, не получилось. Ладно. Надо хотя бы один фраг сделать. Потому что фраг надо делать, чтобы получать деньги. Такая врагов вообще нифига не вижу. Блин, где все враги? Чё? Только сказал, где все враги, вот и враг. Хедшот. Снайпу, кстати, у него крутую подобрали. Ну-ка, что это за... Блин, все-таки меня убили. Вылезти надо из своего убежища. Хоп. Тут лагивает играть немножко. Здесь закрыто. Куда опять все враги подевались? У них тайный проход какой-то есть. Они там проходят. Я не знаю, где война идет. Ну, где-то здесь. Видимо, здесь. Ай. Так это и в меня. Здоровье у меня полное. Так, есть, убили. Есть. Два фрага. О! Ё, что это за инопланетянин такой? Блин, да вроде бы какое-то крутое оружие такое. Так. Нет, это Даша, вроде бы Даша. Бункер. Полёг. О, там снайпер, я видел. Был, который у меня снайпер, да, тот момент взял. Фигово, фигово. Я убил-то. Так вот он, где-то здесь должен быть. Тот снайпер? Да, тот снайпер.
там кто-то еще лежит. Я его подбил, кстати. Шубаб. Шубаб это. Погоди. Так, все, уходи надо. Что это было за оружие такое бесшумное? Слушателям так вот такой щит. Ой-ё, где со всех сторон обошли трое. Ну, кстати, проигрывают, плохо. Ну, всё-таки я в него попал. Ранит. Ты уйдешь от меня. Что творится? Ой-ё. А, у меня тут еще. Все, понял, понял. Блин, все-таки убил ее. Я думаю, он его убьет. Так. Чё это за снайпа такая? Я запомнил, на каком доме черепица. Да вот он там. Быстро убегаем, чтобы меня не видел. Что подобрать? Все подобрал. Ю-ю-ю, шмат. О, я, кстати, 12 раз убил его.
Ну, на этом, в принципе, можно закончить. Всем пока!